Всем привет! Вы на канале Мама и я. Сегодня мы играем в Мэтт-Сити. И знаете, я вам хочу показать одну вещь. Как получить пушку Тора. Да, пушка. Тора! Короче, нам сейчас быстренько надо выбраться из тюрьмы. Так, нам еще надо. Ой, сверочку там. Так, смотрите, просто нам не надо сейчас пирамиду. Понимаете, вот пирамиду. И посмотрите, что там. В конце же вы видели петуха. Оказывается, ему надо поклоняться именно 7 раз. А почему он Тора? Потому что, ну, не Тора, конечно, но он такая прикольная. Не знаю, почему именно 7 раз. Может быть, это не самое нелюбимое число Тора или любимое, я не знаю. Ну, почему-то именно 7. Я не знаю, почему. Ответов пока не найдено. Ответов не найдено. Так, хочу у нас везде эти. Не понимаю. Ну... это яма. Что он делает? Не понимаю. Сэнди. Так. Сэнди, да хватит уже эмкать. Что это за эмкная болезнь? Металл, металл, значит. Ты вышел? Эхо Хаммер. Или не вышел? Гоу. Короче. Провину. Итак, хватит. Подожди, стоп. А, ну правильно. Бомбу она хочет поставить. Она разорвала этот забор. Так. Бомжил. Ты как, со мной, не со мной? Она маленькая. Закройся! Короче, сейчас, короче, прямо летим в пирамиду. Да. Сейчас я вам покажу, что там. Да, ключ. Можно с этой. Да, можно ключик выбить из этой курицы. 7 раз надо ложить. Да, и как я уже говорил, 7 раз поклоняться. Сейчас я вам покажу. Прям удобно, почти ровно можно, да, идти. Это листубр, тубр пистолет. Пирамиду сразу. Этот. А это будет. Теперь самое сложное осталось. Это шарики. Да. Только не катись сюда. Хватит катиться. Почему их так много там? Иди сюда. Почему их так много? Я не понимаю. Ой, да хватит уже сыпаться. Он прям в мою сторону шел. Увидели? Так. Как долго? Просто не плюйся. 8 раз ложись. Почему 7 раз ложиться?
Давайте-ка. Вот надо этой курицей покрасить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все. И по идее... Да, мы взяли с нее ключ! Посмотрите на этот ключ! Как он... Наоборот, золотой! Пошли эту пушку перебирать! Я очень рада, если все здесь... Ура! Ой, так, сейчас давайте-ка... Пушка эта... Нет, заглянем сейчас, наверное, домой. А мы же еще раз нельзя. Бля-б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 ля. А это крутой музон. Та-та-та, на-на-на-на-на-на. О. Прошу! Помогите! Пожалуйста! Как теперь забираться нам? Фу, это то, что мы сейчас без вас тут играли. Да, за супергероев. Я чую. А ты вёрка, это вообще-то хорошая идея. Да, это хорошая. Хорошая. Спасибо, мусор. Ну не мусор. Бочка. Да это мусорбак. Штучка. Теперь давайте за оружием. А тут есть? А тут кавычку ловить нельзя. Кавычку только ключик. Нет, только кавычку нельзя, то есть... То есть нельзя. Нет. То есть кавычку ловить машину нельзя только спамить в лесу. Не понял. А тут можно? Ура! Сразу она закончится. Там что-то награды. Она это не, нам не надо. Мы сначала на базу. Не надо. Какие-то симпатичные герои. Тут закрыто, на самом деле, туда нельзя пробраться. А ты не понимаю, банши теперь не получишь, если ты то есть, зарегистрировался на Роблоксе только сегодня в Мэтти. Ай! Клап! А там есть пистолет. Перестрелка, не надо! Нет, не надо нам карточка, нам надо, знаешь, сначала куда? Домой! Домой нам надо! Скоро
быстро надо на базу. Так, вообще нам надо на базу. Так, 30 у нас второй ранг. Ух, изюшка открыта. Изюшка нам не нужна, в принципе. Жену открыта. Хотя давайте-ка ее зам. Попалась ее похера. Спамнит тачки. Где это? Не понял, а кто спамнит тачки? Я Вы тоже. Слышали этот звук? Я тоже слышу. Спамнит тачек. Кто-то может, спамнит тачку. Может, кто-то хочет Hot Wheels там спамнить? Хочу Hot Wheels. Ну, давайте ранг повысим хотя бы вот этим. Вот так можно. Она в качели. Качели нам не нужны. Ну постойте-ка. Просто будем рассуждать логически. Ура! Ой, это хорошее дело. Бор, спасибо, что на бор. Не падает. Слышишь, там полиция. А давай вот сюда запрыгнем. Все. Давай тут заспавним тачку. И это прессонда тоже. Главное сейчас не упасть, да? Да. А чтобы вот так еще заново надо выбираться. Так, быстренько, быстренько. Я чую. Я чуть за 40 себе оружие взять. Стоп, там веревка. Ну да, это же правильно, это же от... Not for slam. Вот сюда прыгнем и на уши. Тойтика. Not for sale. Not for sale. Зачем она там стоит? Ну, надо там кому-то... Нам короче, кому-то... мы быстренько сейчас сгоняем. Да? Да. Только это... В тюрьму! А давай за... А давай постоять перед... Не постоять. Он там полетит. Не знаю, что вылетит. Не поставит меня. Ах, все-таки не. Как жаль, я тут так отчаялся. Там деньги. А деньги, деньги, а что было там? Пока не уничтожим, надо быстро вылить. Тут убил нас, вот, жаль. Почти что нас. Точку нам не заметили. А заметили, ты какой? Так, пирамида закрыта. А что мы еще можем сказать? А там есть пистолет.
Нет, не надо стоять, но это не всякие ерунда, понимаете? Чья-то лодка. Он может пытался грабить лодку? Нет, я не вижу, что это лодка. О, нет, я там вижу. Да, смотри. А, хотя, ты сюда на голову ходишь? Это могло быть, знаете кто? Пришельцы! Я тут вижу так, что ты с тобой один на красную. Только не надо сошлись. Привет. А, да. Привет. Ой. Вы слышите это? Это, наверное, супергерой. А! Тут два супергероя у нас. Мару Фокс. Ничего. Надо будет его играть. Куда он туда пошел? Стой. Какой план? Может, ты отвлекаешь до тех пор, как почувствуешь, что здоровья мало, а я буду тем временем стрелять. Герой, уничтожай. Пистолет. Да или нет? Нет. Еще и полицейский. Тут важно перестрелять. Быстрее! Выжил. Какие планы? Пиши. Пиши в чате. Идем. Он говорит, идем. Куда-то идем, он говорит. Как он нас мог серьезно? Ты серьезно? Ювелирная лавка? Не знаю, но мне что-то этот план не нравится. Ты серьезно? Yeah.
5 жизней. Значит, мы можем... Ай, блин. Я понял, ты имеешь в виду чекпак. Короче, это дурацкая штука. Да нет, какой жипак тебе взять это? Идем. А он, ну пошел за деньги. Потому что тут он так быстро никто не валил еще. Он не мог просто так быстро спалить. Да просто нет, понимаете, не мог. Там это практически будет нереально. Да нет. Чё, я же еще раз. Ты заниматься. Слышишь какой-то звук? Кто-то на нас хочет стрелять. Может быть, пески? У нас 100 хп. В тюрьме залетишь за мной. Пирамида. Пирамида открыта. Да. О, ложка! Это хорошая идея. А, все, не надо. Смотри. Залети. Тут. Тут все сумасшедшие. О, нет. Я пока. Пока пирамиду никто грабил, мы дограбим. Да. Опять металл. Ну, хоть нужная вещь. Что, иногда. А что металл там делает? И тут? У него есть пистолет. Ой, ты где? Держись, противника. Братишка говорит. Держись, братишка. Что делать? Даже параметру кто-то грабит. Как из тюрьмы бежать? Это вообще невозможно. Где ты? Я тебя не вижу. Да пробил кто-то грабит. Кран...
Как бы сейчас попалить? Что на больше не валит? А я опять в тюрьме. Что это за супергерой? Что? Вроде сдох. Да, что так сложно мне выбежать из тюрьмы? Этот супергерой вообще наглядает. Вообще нечестно. И пролиду. Да садись уже. Он хитрый такой. Это будет долго забыть. Из-за него уже пирамида закрывается, наверное. Потихонечку. Никто не откопал. Ничего не сделали. Никто для меня. Почему все такие? Жадные. Что? Что? Минуточку. Не понял. Ой, и... Ой, давай. Слушка. Спасибо. Спасибо. Что мне не так больше? Пока никто не шумел. А я уже выбрался сам. Конечно, мы будем выразить. Понятно? Да что-то надолго. Тут супергерои. Я вовремя самоуничтожился. Так, ну посмотрите. С обычного стика, в принципе. Ну, в принципе, по сути. В принципе, можно завалить, но АК-47. Да быстрее ты есть, буханка хлеба. Уже лечу к себе. Все,
еще где-то 30 секунд. Уже не надо. А я уже прилетел. А я в тюрьме. Вытащи. Меня кто-то с одного удара уничтожил. Ок, сейчас 10 секунд. Все, я там. Давай держаться всегда вместе. На месте. Чтоб не лететь за другом. Ок. Вот друг другу показывает тачки. Какие? И лодки? У меня их много. Самая обычная Камаро. Thank you.
А лодки? То же самое. А. Сколько у тебя денег? У меня 7, 5, 0, 5. Супергерой. А давай на базу супергероев. Возьмем их кристаллы. Кристаллы, когда выпадут. Почему эту? Мы же каждую секунду их убивать. Взяли супер силу и бьем. Будет сложно убивать капусту. Подожди. А ты еще преступник? Так, я криминалист. Да-да. Омк. Омк. Реально омк. А у тебя есть на 6. Это мне... Хе-хе. Пиши, больше стреляй.
Давайте один. Не надо. Быстрее. Е. Я не успел Е нажать. Кто-то жадит. Давайте быстренько. Сейчас пробьем. Ай. Ой. Хотя нам не нужно оружие. Почему бороться? Ты видел? Мы чуть не упали. Давайте быстрее. Надеюсь. Давайте быстренько. Крыль не докрылась! Да это вижу. Да что ты такое? Да за тебе тачку лакаю. Ну, ты знаешь, что я делаю? Ой, сказать. И правда, мы с... Правда, мы с тупушки.
давайте-ка. Это не помню, у нас миссия, на самом деле. Прям реально не помню. Так, мне сейчас главное в пирамиду залететь и ящина. У него падай, пожалуйста. Да, кого-нибудь падать. Так, пирамида не закрывайся, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы сейчас тебя достаем. Это круто. Да. Ты... Я думаю, что нам даст на 20. На 20 пушек. Нет! Тут не ищет! Пирамиду грабит! О, нет! Вот он, да. Ах, это пирамиду грабит. Короче, быстренько поплыли. Детки. Так, пока она не закрыла. Что-то там как будто послышал. Ну то, что мы электрические, это хорошо, да? Да. Мы же электрики. Так, а, да тут еще далеко там. То банши ладно. Банши хорошо, так электрики. Ну чуть-чуть. Все, больше не надо. Банши, спасибо. Спасибочки, но нам больше. Да, нам больше не надо. Давайте-ка. Бля, вот тут. Ничего себе, тут борьба навалилась. Стоп, а вы знаете, что я могу это все не проходить. Ну же пройду. Это уже... А вы знаете, что это может просто снести, да? И... Нет! Как? Ты не счёт. Я умер! Быстро-быстро-быстро! Валим! Пирамиду закрыть! А быстро банджо будет звать. Банджо. Вот теперь потронешь. Ты видел? Знаете, я покажу, как надо это все делать. Пойти. Так. Так, пожалуйста, не падай. Ух, чуть-чуть не шапу не стал. Ух. Ух.
Она что-то очень много открыта. Неужели она бесконечна? Да открывайте эту дверь же. Какой милый. Хватит. Что, ничего не работает? Нет. Где можно пульт играть? Пульт? Да. А у него уже может быть ключ. Точно? Да. Хотя нет. Она не с нами. Ты можешь, пожалуйста, крабить? Ничего уже не открытишь, а. Понимаешь, что ничего. И не открытишь, только сейчас открытое. Как тоже забрали. Ты видишь? О, давайте вообще спланим. Что с ними? Ничего с ними, где? Вот это мы где? Я да. Я на базе. Кто вообще такой? О, мой. А спорный? Что это такое? Может, Рей? Это вы же себе монстр трак ты хочешь себе взять? Ну, монстр трак взял. Нет, слишком дорого. Во! Когна выжила. Так, давай.
Мальчик, куда мы сейчас ездим? Ничего не открыто. Может, значит, вы машину домик спрятали? Я на базе. Сейчас туда приеду. Мин 5. Это. Так. Бам-бум-бум-бум. Что сейчас было? В банке. Пирамида открыл? Нет. О, что ты на меня стрелял? Меня бомбят. Thank you.
15 говорю. Это нам заработали у нас. Восьмого? Едь домой. Ну, плиз. Кто нас призывал? Ты видел? Что не было? Что ты? Давай на суду, давай. За бугатти веру купим. У нас не хватает. Хватает. Не хватает. Хватает, говорю. Я вижу казино открыто. Дискотека открыта. Дискотека пошли грабить. О, зато знаю. Давай я бухать теперь купим. Какую криминалку еще? Не грабьте ее. Пирамида открыла.
хотя в пирамиду. Вы первые были, кто в пирамиду пришел? Да? Да. Ну, конечно. Мы первые были. На плиту. Здоровье! Как я будешь? Нет, похались. Экран. Улучшайся. Цивил, я там чуть не упал. Все, побежали. Посмотри просто, как я обжегся. Сильно. Только не надо, только посмейте. Только посмейте, я задам. Только посмей упасть на меня. Только посмейте, что на меня упасть. Я вам... Такой... Ура! Ух! Ты что-то забыл? Пожогнутый, ну... Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как мы тут? Я ключ взял. Из пирамиды. Так. Вот так делай тут 7 раз. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Нажимай на Е. Не знаю. Значит, больше накланивался. У меня это работает. Можешь
посмотреть на моем канале. Вот это видео. Я на 5 минут отойду. Куда? Давай. Куда она закроется? Вот тут. Так. У нас крылочек есть. Это очень хорошо. Смотрите, он какой красавец. Ничего. Пойдешь за мной. И увидишь там пушку. Пушку. О, проникновение. Ну это круто! У нас будет сейчас пушка Тора! Иди пока на вас. На базу, на базу. Not candy. Stop. Идем за. Идем за мной. Этот, как его там, чернокожие люди как-то есть, там, грецни, гренцы, как-то они так называют, ну, не помню точно, но знаю, что есть чернокожие люди. Напишите, поставьте лайк, если вы их тоже знаете. Ведь я полубелый, получерный, ну это из-за, сами понимаете, из-за этих шаров. И напишите в комментариях, откуда они, из вулкана. Посмотрим, кто напишет тут, больше из чего. А там есть один проход. Сказал на 5 минут, ты уже тут час дошла. Что, не час? О, да почему? Какие проходы я там возьму? Так, умирать ни в коем случае нельзя. У нас пушки исчезнут. Так. Вообще. Что он вообще умеет? Что с ним? Что с тобой делать? Ключ. О. А, помните, он... Это от шаров из... Это от шаров. Это из шаров огненных из пирамиды.
Зато я нашел вот что. Ключ. Мы можем без него. Где наш банджин? Ракету больше заряжать нельзя. Я его жду, пока проснется. Просто я могу на этот ключ получить пушку крутую. А пушка? Пушка. Да проснись же. Пушка тоже. Вообще что ли ку-ку? Ну конечно. Ну конечно он проснелся. Так долго. Идем, пушку покажу. Это крутая пушка. Достаем ключ. Просто бомбежная пушка. Бомбежная. Как она стреляет? Пушка.
Реально она бомбезная. Крутая. Прощаться. Нам осталось только одну вещь маленькую проверить. На что она похожа? Сейчас полетим к супергероя проверить, на что она способна. Стань супергероем. Ну что, стал супергероем. Банка крыт. Просто. Можно? Банка крыта. Банка крыта. Мне очень надо пронять такая пушка. Вообще класснячка. Плиз, стань. Это вот так. Ну, для опыта можно? Ну, для подписчиков. Так он накрыт. Героям. Как? Виктора Мили Бак покажу. Ну, плиз. Я видел ту нычку. Можешь и ты. Если хочешь мне помочь. О, чё? Забери меня. О. По 20 сню свет. А теперь с супер силой встань. Супер.
апельсин, да, мальчика, ну, электрик. Тоже по 20. Ну, это мой, с вами был мама и я. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Всем, ну, оставаться такими крутыми, веселыми, как я. Всем удачи, всем пока-пока. Всем удачи, всем пока-пока. Все равно убил. Там кристалл какой-то. Тоже похоже на твои копушки. С этого по 35 или 15. Вот это.